Слушай, ты знаешь, вот у тебя тут спрашивают еще, Валерий Павлович Вольнов пишет: привет, собирается ли Антон Зацепин к нам в гастроли в Кимовск? Валерий Павлович Вольнов. В Кимовск. В Кимовск поедешь? Валерий Павлович, я в Кимовск хоть завтра. Вот, да, прямо сейчас. А то у меня там что-то концертное. Вольного. Зимний чес с лопатой. Слушай, а расскажи, дорогой ты артист, сколько стоит твои вообще? Да, может быть, Вольнову хватит. Да нет, ну Вольнов, давайте оставлю вам телефончик, договоримся. Нет, не нужно. Может быть, вы что-нибудь сможете сделать для меня? Ну, я бы с удовольствием, на самом деле, вы там поговорите с местной бизнес-элитой какой-нибудь, там, с администрацией, может быть, на праздник вашего замечательного города я приеду. В Кимовск. Он пишет, что он бы накормит тебя их фирменной защеканкой. Да он стебется просто. Мне кажется, никакого вольного нет. Мне кажется, Лидия прикалывается, сидит и просто хочет как-то свою лепту внести в мою передачу. Нашел, короче. Слушай, пропускаем эту тему, пусть там... Расскажи мне, знаешь, вот про «Пять шагов» песня, это «Зверевская». Слушай, ну что вы прям такие? Не, ну может быть, на самом деле это я пошлю. Может быть, есть какая-то фирменная защеканка? Нет, никакой защеканки нет. О чем вы говорите? Что это? Да. Какой-то бред. Отключи его от дисплея. Пенная защеканка. Что это такое? Это не формат моей передачи. Это надо Вере Вейс там про секс тогда, там, я не знаю. Вольнову отправьте, в 10 вечера сегодня будет Вере Вейс и ее сексуальные передачи. Вот туда вот можете обратиться, да, под щеканками. Он просто там сделал такой наплыв своей вот этой вот эротичной защеканистости какой-то, вот эти вот 5 шагов, и поэтому она как-то... Ты меня заставляешь смеяться, мне это делать очень больно, я же тебе рассказывал про свою это... У меня как будто ножом вот сюда, знаешь, как чихать. Он танцевал, я просто расскажу.